А в Уральске поднялись цены на сжиженный газ. Вместо 39 тенге за литр топлива на автозаправках просят 70-75 тенге. По прежней стоимости его отпускают исключительно по талонам. В управлении энергетики объясняют, в стране выросла предельная отпускная цена на газ с 11 033 тенге до 23 106 тенге за тонну. К тому же все больше автовладельцев переоборудуют машины для работы на сжиженном газе. Он до последних дней стоил в 4 раза дешевле бензина. Поставляемых в регион 2000 тонн в месяц не хватает. Власти намерены просить увеличить поставки. Сможет ли это остановить рост цен, эксперты пока не знают. Вот сейчас там заехал, вообще не заправляет. Газ, цена стоит 39, за наличку не заправляет. Талоны. Талоны я поехал, мне талоны никто не дает. Руководство области ведет переговоры с руководством ТО «Жайык-Мунай» об увеличении объема поставок на внутренний рынок, лимита, увеличение лимита до 2600 в летний период и в зимние периоды до 2000-2300.